Громкий скандал в семье министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса. Его старший сын Тома задержан по делу о мошенничестве. Пока только для дачи показаний. Следователи интересуют, откуда 34-летний Тома, которого в прессе называют не иначе, как инфантерибль французского высшего общества, взял деньги на покупку роскошных апартаментов в центре Парижа за 7 миллионов евро, когда его консалтинговая фирма приносит всего несколько тысяч евро в год. К слову, в США уже выдан орден на арест Фабиуса-младшего по другому делу о мошенничестве. Страстный любитель казино, которому даже запрещено играть на территории Франции, потратил в Лас-Вегасе свыше 3,5 миллионов долларов. Вот только чеки, которыми он расплатился, оказались необеспеченными. Причем произошло это буквально одновременно с назначением его отца Лорана на пост главы МИД. Тогда политические противники даже требовали отставки нового министра.